Краснодарском крае онлайн-запись к врачу модернизировали. Как сообщили в Краевом Минздраве, региональный ресурс, доступный по адресу kuban-online.ru, объединили с федеральным порталом государственных услуг. Интеграция позволила увеличить скорость загрузки расписания врачей, а систему обращений пациентов оптимизировать. Для того, чтобы записаться на прием к специалисту, необходимо создать личный кабинет. Прежняя версия интернет-портала будет работать до 31 мая. Всего в прошлом году онлайн-услугой записи к врачу кубанцы воспользовались более 8 миллионов раз.